О, мы как раз в этом аэропорту тут можешь нормально так. Да. Могли бы нас встречать, но... Но у меня есть ББЛ. А, походу они пофиксили. У меня дигл тоже не золотой. Да, вот видишь, я же говорю, я брал золотой. Ну да, я верю тебе. Ну, короче, тогда давай искать. Давай попробуем искать... Давай дигл поищем. Дрон, дигл... Дрон у меня есть. Я сейчас... О, подожди, а ты же уже выполнил миссию или нет? Нет. Ага, вижу, вот он, помечаю их. Я пока не стреляю в них. О, смотри, у тебя 16. О, у меня идет прогресс. Лянь, 14. Да ты шо, 18, давай еще двоих. Сейчас. Вот тут вот, если ты помечал, вот этих, вот смотри, тут вообще. Вот этих. Падла стреляет, он начинает. Уходи туда. О, осталось, подожди. Что там у тебя? Ты, у тебя дрон закончился? Да, его сбили, блин. Тоже стрелять начал. Тут магазин, можно посмотреть, может там можно его. Пойдем, еще... пойдем. Блин, сколько засчитал, как посмотреть? Остался один. Вот на тап я нажимаю, остался... А, все, засчитало, все, меня засчитало. Ну, тебе засчитало, а у меня, значит, не все. Ну, пойдем в магаз. У меня тут барахлишко насобиралось. Давай вскроем. О, хорошо. О, подожди, 50 метров, да? Ты продержишься сам? Да, думаю, да. Попытаюсь купить что-нибудь. Нету дрона, нету. Дрона нету. У меня кто-то бегает. Иду к тебе. Я. Нужна помощь? Вот один остался. Короче, они пофиксили, это был баг.
Теперь нельзя так развлекаться. Интересно, а можно ли с моим пулеметом? Ты же можешь хоть выполнять? Я думаю, да. Дроны. Что-то пометил? Ну что, поедем за Диглом или что будем делать? Ну, так, ну там обычно к такому времени уже все разгребли. Да, ну ладно, если высадимся поближе. Давай просто на выход вот сюда и все. О, давай миссию сделаем, которая мне данных, что-то захват данных. Захват данных, но тут поблизости нет. Ну вот чемоданчик. Вот он. Чемоданчик, да, вот это со знаком вопроса, это он? Да, вот я позначил 600 метров. 600 метров. Зеленый. А, это моя метка получается. Со второго этажа тут стреляю. Дальше зайдем. А ключ есть у кого? У меня нет. Есть. Не было, я не говорил. Тут второй этаж, на растяжке. Растяжка. Сейчас, да, я вижу. Снимаю. Справа. Вот тут забежал один. И есть. Этого снял. Тут чисто комната. Ну, получается средний навигатор. Ящик где-то шумит, это где? Крыша. На первом, наверное. Я сейчас испугался. Арморки, да. Вектор класс. Я, наверное, возьму вектор вместо дигла. И дигл классный. А тут еще есть вообще ящик с армором, ящик с патронами. Так что, пошли на миссию. Сейчас. Вот этот ящик, блин. Ящик. Чик. Все, на миссию. Угу. Если что, у меня есть БПЛА. Ultra One, the enemy is on high alert. Proceed with caution. Стреляет где-то. Впереди я слышу. Но не точно. Ладно, запускаю. Да, вот. Под машиной. Наверху. Вон он. Бегает наверху, да. Там двое. Бегу со скоростью звука. Что у нас справа? Боты. О, один ближе. Ой, вижу их. Не там. Блин, я тупанул. Ящик взял. Он залез сюда один. Да. А вы на ХГ? Потому я наверх. Потому что я в ЛГ. О, вижу. Так, я не могу залезть. Положил одного. Тут еще у меня где-то один есть. Ага, вижу его, кажется. Он там пошел, 54 метра. В машине он пошел. О! Положил право. Все. У меня, прикройте. Черт. Где он меня подсадил? И еще один был под вышкой возле машины. Меня надо поднять по-быстрому. Сейчас поднимем, перезаряжусь. Hang on, I got you. Подвышку, смотри. А подвышкой я положил.
Нет, ты положил под горой, а там еще под вышкой взаимошли. Под вышкой тоже. А, и под вышкой положил. Троих положил, окей. Ой, как хорошо. Спасибо вам, что меня подняли. Опа, кто-то еще стреляет. Угу, под вышкой. А, да? Блин, где же? А, вон он. А, то бот. Там был. А, то бот. Все, я убил. На вышке на самой никого. Вот я тебе могу саморез скинуть на. О, давай, на всякий случай. Подожди, нафиг я взял этот жилет. Ну как хорошо мы сыграли. Да. Так, а что с контрактом? 100 метров. Угу. Вон, смотри, а это бот. Угу. Сейчас ты там этот, найдешь какую-то хрень. О, класс. Смотри, нам сразу же бабло дали. Ага. Нужен тебе ключик внутри этих? Ключик. Ключик. Споттер шаки. Не-не. У меня и так уже полный ключей, которые я не использую. Вернее, я сейчас уже хожу. Бот. Застреляет. Бота убил. Да. Для контракта стоял. Ну. Тут вот он. Интересно, если ты взял жесткий диск, я могу отправить данные, если я на вышке? Думаю, да, но засчитывается на всех. Ну, ну тогда смотрите, вы бегите за диском, а я пошел на вышку. Скорее всего, на вот этой вышке появится. И нам тут сразу выход бы и закончили. Вот эту миссию сделать. Ну да. Да, тут выход, кстати, у меня вижу. Дымится. Да, он тут прям рядом. Ну давай, жду. Перестрелки какие-то с ботами стреляетесь. Да. И ботов тут очень много. Ну, а у меня тоже тут боты высаживаются. Противники. На кого, не пойму. На меня? Это... Контракт. Survive for the remaining time. Блин, что такое? Помощь нужна? Кого убили? По-моему, я вижу кого-то. Под вами. Прям под вами. А, не пробую сдать. Не получается, Серега. Надо, чтобы вы пришли. Да? Угу. Могу на машине подъехать, да? Подойдет? Давай, что-то? Потому что нас тут зажали жестко.
лучше забрать, какой стороне я наверх еду. Я понял, сейчас. Выпрыгивайте. Серега. Нам на другую вышку. Вот на ту. Ага, вот поэтому. Да. А прям, блин, стоп. Так, поехал. Я не туда поехал. Ладно, пойдем. Впереди бот сверху. 600 метров. А есть на чем? Справа. Блин, я тупанул. Сивочки опять выручили меня. В магазин можно вам закупиться. Я, пожалуй, так и сделаю. Что тебе надо? Ух ты! Три ящика с броней. О. Кидай один ящик хотя бы с броней сюда на пол. Да, сейчас скину. Ну, в смысле, ставь его, я имею в виду. Ну, в том ящике лежит. А, блин, черт, я стою, жду. Ладно. Вот тут. Все, побежали, наш там уже стреляется. Не тормозим. Он сюда бежал. Ага, тут есть трос. Он же наверху. И нам желательно тоже туда наверх залезть, чтобы оттуда спрыгнуть потом. Вы пережили. Нам денег за это дали, да? Тут еще бот внизу. А убить командира, это что вот за миссия? Ну, взять контракт на убийство, ну, крестик, наверное. Я так все понимаю. Написали Джиггернаун близко. Прямо? Ну что, выпрыгиваем на выход? Да, надо бы. Ну, я уже наверху готов прыгать. А, чтоб... сейчас я залезу и погнал. Думаю, можешь прыгать, вызывать. Тот за тобой полетит, и я уже почти долез. Ну, да. Блин, вот так косо. Прыгнул, косо. Угу, все, мы уже здесь. Осторожно вертолетом, чтобы он тебя не срезал. Да, прыгнул, да, да, вижу, падла летит. Он прямо на тебя смотрит, смотрит за тебя. За тобой, за тобой. Я не вижу тебя. Блин, как-то они так шифруются. Угу. Понятно. Их бот отменили. Вызываем. Тут схроночек бывает. Возле. Высадок? Да. Какие бочонки, знаешь, такие? Да, закопанные, как мины. Ага. А еще знаю классные схроны там возле порта, на острове и под водой. Не, я знаю, вот... Где? Вот тут на озерах вот там на есть озерах. Три штуки, по-моему. Там сверху, слева, с севера
западе. Ничего себе, какой резиновый бот. Какие это? Ложи. Алло, удар. Да-да-да-да-да, там чуваки нас запушили, блин. А ну давай-давай-давай, еще разочек. Ага, вышли. Он сам себя подорвал. Так, я селфаюсь, прикройте там. Мы не успеваем, да? Да я выхожу нафиг. А я не успеваю, никак. Давай еще сейчас вызовем разочек. Они там один другого забили, надо их добивать. Даю стан, никого. Никого. Они сами себя убили, походу. Фу, жесткая игра вообще. Да, вот он, вот. Если он эвакуироваться, было бы вообще. Блин, он. Блин, меня 30 тысяч кап принес. Меня сзади в спину стреляют. Отсюда где-то. Есть, вызываю. У меня патронов нет. А сейчас дам. Мне на тяжелые. Даю. О, отлично. Мне в спину стреляли. Кто это, боты были или... Это бот. А похер, он далеко. Машина. Что за машина? Блин, этот типочек, конечно, так жестко ворвался. Такое. Да, он меня сбил, а потом он куда-то дальше поехал, а другой, которого я наваливал, он обходил, и я его убил. Машина еще одна едет. Бля, это прикалывается они чешу. Да, стоп, давай. Воскресишь? Да, я воскрешу. Прикрой меня спина и лево, я не вижу нифига. Там была команда, я отметил. Впереди еще. О, все, идем, уходим. Серега, уходим, сейчас 9 секунд. 100 тысяч у меня, 104. Нихера себе. Это ты слутал с этого типочка, да? Ну да, только что которого убили. Ага. Ты шо? Вот это да. Прямо аж мне понравилось. За счет ты шо? Нормуль. И миссия полуполная. О, мне дали перк мародер. Угу. Мне тоже. Не, сколько там. Миссию завершил с дроном. Спасибо тебе. Блин, у меня 2 осталось. Не столько экспыш, у меня... Сейчас и 4 минуты с костей, по-моему, сложно с оружием. 19760 опыта. 21 905 у меня. Нифига себе.